Навсегда был Россией. Промышленный район Рио, значит, написал эту песню специально как подарок всем, кто служил в ВДВ. Я немножко переделал, потому что не все, кто собирается на ВДНХ, на 2 августа, значит, служили в Афганистане. Я спою в авторском варианте, именно посвящено всем десантникам, которые здесь есть, и ребятам из 345-го парашютно-десантного полка. Это поздравление с днем рождения. Оно будет 2 августа, очередной день рождения. Но я спою. Продуваемым войскам сыграли спор. С днем рождения, полосатая братва. Мы продолжим долгожданный разговор. Все про службу, да афганские дела. Покуражимся и в шутку, и всерьез. Помним все, что возвращается во сне. И за встречу мы поднимем первый тост за друзей, что были рядом на броне. И за встречу мы поднимем первый тост за друзей, что были рядом на броне. Эх, братан, а помнишь первый наш прыжок? Старшину и как учились воевать. Как звучало долгожданное «пошел». А земля кричала: ноги в вашу мать! Мы, конечно, прокинем по второй. За РД, за вкус горячего песка, за ромашки куполов над головой, за десант, за элитарные войска. За ромашки куполов над головой, за десант, за элитарные войска. Сегодня, да. Мы сегодня только наши будем петь. Мы сегодня только нашим будем петь. Я хотел обойти, но там, ну ладно, ничего. Мы сегодня только нашим будем петь. Про любимых, что не плюнули в лицо. Про девчонок, что успели обдавить, не надевши обручальное кольцо. А потом на третьем встанем, помолчим. Жалко, нет десанте жизни запасной. И за тех, кто, не сказав 501, нашей памяти ушли на затяжной. И за тех, кто, не сказав 501, нашей памяти ушли на затяжной. Мы уж думали, последняя война. Да понравилось вождям красиво петь. И приходится, как прежде, пацанам надеяться взрываться и гореть. С днем рождения, дорогие мои! Мой четвертый, как стропа, предельно прост. Чтоб мы горели, ой, но только от любви, чтоб друзья за вас не пили третий тост. Чтоб горели вы, но только от любви, чтоб друзья за вас не пили третий тост. Вот я сейчас... В форме 27 декабря предлагаю, у кого есть, налить. И за все наши потери в афганистанских точках, за всех, кому потеряли друзей на военных действиях, выпить третий тост. Ну, тут все знают, что это такое. Так что, пожалуйста, налейте. И давайте помянем их молча и встанем. Я как-то в ВДВ я походил под подготовку на базу турской дивизии, когда в диверсионный я был в каскаде, в казарах, то есть выпили, служил, прыгал, все 8 раз пьяный и только один точек. Ну, так что я... Поэтому я люблю, вот у нас старшина, прыжков за миллион продолжает прыгать сейчас до сих пор, хотя это старшина псковской дивизии полка. Десантник Божий мил Серега Шаврук, значит. А я что-то как бы на земле себя не чувствую. Парашют по необходимости. Ну вот, дело в том, что у меня другое связывает. Значит, 2 августа для меня святой день. Ну, конечно, или день,
там на 2 часа, короче, лет стало, день ВДВ, но еще у меня 40, в следующем году, в 15-м, 40 лет, как бы, службы. С женой на 40 лет, в 75-м поженились, и тоже связывает. Хороший день, в этот день на свадьбе пошел дождь везде, это замечательно, папа сказал хороший пример, так оно и получилось. 40 лет, это не 50 даже, но почти там, как Калинкин пел, 50 лет в форме. Вот, и поэтому я сейчас конкретно пойду в 345-м полку, написанный Витькой Верстаковым, значит, поскольку здесь весь боевой состав, командный, ветеранский, присутствует практически. Решение Верстакова, вы не подумайте. Значит, я сегодня специально позвонил Верстакова, говорит, конечно, он там берет к себе, пить даже бросил, стихи новые песни пишет. Значит, он говорит, конечно, спой. Говорит, ребят, 345, ты же, значит, я знаю, спою. Сейчас, знаешь, ваше решение. Но это, вот судьба такая, самого боевого подразделения, и, в общем-то, она пока благополучно заканчивается, но были трагические моменты. Я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь, может, сами ребята, напишут историю подлинную, 345-го парашютно-десантного полка, и это будет чего почитать тем, кто вообще хочет знать историю своей родины, своей армии. Мы написали, и даже знамя полку вернули. В 15-м году, да, будет развернут. Ну, я говорил, что вернули, а вот полная там история там полка со всем его боевым путем и с афганцем, со всеми. Говорят, приказ. Но если она уже есть, то хотелось бы как-нибудь ее там получить, не Верстаков. Есть. Будем премного благодарны. Ну я спою как первый вариант. Она мне сразу эта песня понравилась, потому что соответствует действительности. Я не политкорректен, никогда не был. Сволочи над меня всегда сволочь. Каких чинах и званиях нет. Президент ты будь, или бомж, или там не знаю кто. И я стараюсь говорить, за что мне постоянно жгут дома и пытаются убить. Но это не так просто, потому что я заговорю мне естественно. Не всякая сволочь умеет стрелять еще. И грамотно сжигать домой, разрывать. Так что вот, пою как и было. Все дело в последней строчке. Вообще с Верстаком, скажу, Витька, ну вы знаете его, Глебова, Глебовича Верстакова. Он что-то стал слишком политкорректным в последнее время. Как только КПРФ пошел, так и ступил домой. Так и вот. А чего там? Вот он написал всю историю 91 года, замечательных песен. Он здесь их не поет, как я его не прошу, там, значит. А в те, которые пел когда-то, секретным, когда был сотрудником газеты «Правда», там, военным корреспондентом, он там пел, а здесь поет по-другому. Я пою, как первый раз песню услышал. Итак, посвящается героическому 345-му полку. Обнимись с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика, мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды в баграме, как свистели пули у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. Как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Саланга и до Бамиана, если мы покручим облака, сквозь рассветы алые, как раны 345-го полка. Сквозь рассветы алые, как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну а тех, кто предал нас отны, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву пойдем наверняка.
как в освобожденную столицу 345-го полка, в русскую советскую столицу 345-го полка. Я скажу, немного жизни стоял на войне. Отдав свои, как в этом случае. Затыкать дыры команду людьми, даже там, где у нас нет специальных частей. Все задачи выполнены. Какими потерями, никто не спрашивает. Даже достойно то, чтобы не помнить, знать в истории войны, вообще истории вооруженных сил, 345-й год. Полк должен оставить свою большую память. Так? Дальше переходим. Ну вот, я хочу. Так, вот стекает салбан автомат. Значит, песня посвящается всем женщинам. Тем, кто нас любил, ждал, дождался, любил. Всем, короче, женщинам, которые понимали, куда ушли их мужчины, на какую войну. Не все дождались, но тем не менее. Эти письма написаны, вот сейчас пишут, жене посвящен, не жене, а кто-то там чего-то лепит. Они не, там не написаны, где там. Жене посвящен, не жене, всем женщинам. Кому какое дело, какой любимый женщина, это письмо посвящено. Называется письма из Афгана, они, конечно, не были отправлены, потому что все знаете, военная сельскохозяйственная придет к тебе или к ней, там написано, письмо поступило в поврежденном виде. И там неумело замазанные там какие-то слова, которые, мне кажется, раскрывающими суть нашего пребывания в Афганистане. Ну, военная контрразведка не работает. Сказали, убирай, все убирают. И смысла нет писать никакого. Я получил письмо, там что-то вычеркнуто было в моем, которое пришло. Через два месяца пришло ответ. Она ничего не поняла. Я писал там обезьяны, это не у нас, это было километр до полки, это полихумри там на ветках скакали, а у нас никаких обезьян там в подошвенных городах. Ну там бассейн у нас, река течет, как чай холодный, там не залезешь по трезвости в эту реку. Ну так, остальное что-то убрали, название Фазропат, еще райский сад перевод, разные горы. И там была только одна строчка, которую тоже видно пытались, но потом кто-то одумался этот писан. А там сыновья просят один, чтобы ему привез земли, посмотрите, какая там земля в Афганистане. Сыновьям было по 5 лет. А второй патронов он побольше, чтобы просил тогда прислать. Вот это патроны стали вычеркивать. Ну, потом одумались, совсем рехнули, что ли. Мы же через полк отправляли, еще 60-й. А у нас не было своей связи. А там ничего не поделаешь, цензура. Но вот эта песня. Война без женщин ни одна не бывает. Так или иначе, женщина играет свою роль. Впрочем, она и в прямом слепе женщин не бывает, если верить там, большим знатокам женских дур, всем этим фавориткам, которые там войны начинают, оказывается, не мы, а заканчивают, по-моему, там. Оказывается, женщина причина всему. На самом деле не так. Женщина причина жизни Земли вообще, и поэтому достойны поклонения и уважения все без исключения. А войны начинаются дуры, те мужчины, которые на самом деле не мужчины, и слушают баб, извините за выражение. Как сейчас он написал письмо Жириновскому, сказал, Барак Обама письмо, что дура у него сидит, эта жена там, ну все, черт, бабу, говорит, допустили к власти, только дай. Я ей письмо напишу, все показали. Показывали про другое, про сирийскую проблему, но Жириновский, может светиться. Я, говорит, Обаме письмо напишу, гнал ее в 36, тогда словно. Волковича он там, значит, фигня какие-то, эпатаж. Но не важно, женщина и любая достойная уважения, хотя потому, что все мы от них рождены. Поэтому письма такие. Попытка рассказать о житье-бытие без упоминания географических данных и неизвестно в какой стране, значит, письмо первое. Посвящается всем женщинам, в данном случае все те, которые у нас обитаются здесь сегодня. Спасибо вам, родные, за то, за любовь, за тепло, за ласку, за умение лечить души людей, потерявших или получивших израненную душу на войне. Лучше женщин никто не может это делать. Этот мир без тебя
просто голые скалы. От палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь дошманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь дошманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракеты, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейдов усталость, недописанных писем скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе далекая ты. Зашифровано для военной контрразведки. Да. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под французским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. И один с каким-то неподалеку. Жив и здоров, не контужен, не ранен, а по сталинам догадайся сама. В Афганистане жизнь не уместится в строчке письма. В Афганистане жизнь не уместится в строчке письма. Даже на самом широком экране не показать, что такое война. В Афганистане правда оплачена нами сполна. В Афганистане правда оплачена нами сполна. Ты не прочтешь в популярном романе
проверяются судьбы в бою в Афганистане. В Афганистане время историю пишет свою в Афганистане. В Афганистане время историю пишет свою. В Балхе, в Герате казним Бадахшане, в скалах Саланга, в песках Чардары, в Афганистане. В Афганистане время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы. Помните ждать, не клянись на Коране, знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. Я научил вас двумя моими песнями, вот те, кто постоянно ходит на концерты, но здесь те, кто их не знает, может быть, а мне обязательно нужно увидеть реакцию на эти песни. Это не про войну. Там есть вспоминания и все такое прочее. Нет, одна-то про войну, про Афганистан, это про то, как... Это может быть спецназ Грушка, это может быть спецназ ВДВ, но это может просто десантники быть. Но всем, почти всем пришлось побывать в горах. Тем более эти горы, там высокогорные вершины, многотысячных видно даже из пустыни Регистан хорошую погоду. А если нет хорошей погоды, то они в виде миражей поднимаются. Огромные вершины. Ренат Шафиков, который многие знают, да? Восточник Гендукош, он туда сколько лазит уже. Да, лазит туда, знаете, уже там 7 тысяч не добрался куда-то. Делает... На Новый год. Да, да вот он, да, он без конца каждый год, почти как шпион там, вот этот проходит по Бадахшану, туда. Ренат Шафиков, это замечательный спецназовец, значит, а еще он художник, вот он ручками шариком, может нарисовать портрет, а фотографии не отличишь. И все, вот у него талант в руках, а еще у него талант воевать и голову резать этим чушкам. Он собирал повязки черные, каждого убитого командира из этих муджахедов, у него куча. Но вот это поплатился, потому что жену из одного ребенка не убили, второго он спас, из Узбекистана, по-моему, забрал. Он живет сейчас здесь, замечательный художник, замечательный воин. Одинцова, да, и выставки там у него проходят. Значит, в памяти, война лечится, память стирается, и потом не хочется вспоминать плохое там. Вспоминать, значит, как воевали, да, в принципе, большинство воевало все одинаковое. Бои там, потери, все это... Рассказывать друг другу бесконечно. Нет, а есть нечто так, такое запоминается. Ведь большинство из нас никогда не был. Афганистан, да даже не Узбекистан граничный, это Таджикистан. А вот там, файзабадские вот ребята, вот и я там знаю, там вообще четыре границы сходятся. Там предгорье Памира, дальше вот крыш, куда никто не лазит, еще только озеро Шиво в этом аппендиксе, куда уходят они отдыхать духи. А у нас даже в генеральном штабе карт на этот аппендикс нет вообще. А там курорт, альпийские луга, ну, такие красоты, как горы. И когда смотришь на эти горы, думаешь, черт возьми, букашка, как меньше вши с точки зрения горы, сидим мы там. Однако внизу не видно конца, и они вечно снега лежат. Но брали эти снега на перевалах. Сидели там всю зиму по пояс снегу наших, пограничники, которых там нельзя упнуть, сидели. Войска, захватившие наши, пехота лазила туда на эти ледники, сидела. Вот. И это не забыть никак, потому что все остальное вот, с возрастом кажется мелко. Город Москва мне давно не нравится, хотя я тут коренной житель родился здесь. Небоскребы, ну какой-то небоскреб, вот что, возьмите, Газпрома, что ли, здание? Да вон Жилгаров по сравнению с нашим, который стоял, маленькая горка. Это же... Торчат какие-то хреновины. Да, что-то напоминающее, у них неприличное, вот это вот торчит фигня какая-то из земли. Типа подосиновика, ну хрен. Да. А горы, они великие, понимаешь, ничтожество. А мы там букашки режем, убиваем друг друга, бегаем. Но это приходит только потом, горячки бой. Господи, думаешь, ну земля-то не будет тогда в снегу-то. Здесь огонь горит, там артиллерия по своим лупанула, или череват градом лупит.
Тогда нет размышлений, не до философии. Но они запомнятся навеки. Я не знаю, наверное, многие вспоминают. Особенно кто сравнивает горы. Ну, на Кавказе у нас есть, Эльбрус там тоже сам нечто похожее. Но это вот мне забыть это нельзя. И песня называется «Горы». В белом снегу. Я по. Нет, куда там? Я почти позабыл все бои и походы, только почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповеди к Богу, не прощая грехов ни себе, ни врагу. И смотрели на нас молчаливо и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу. И смотрели на нас молчаливо и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежит на вершинах, где ни троп не сыскать, ни проезжих дорог, недоступен ни танкам, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Недоступен ни танкам, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда загорелись огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоких боях нам земли не хватало, это море огня и холодных снегов. И в жестоких боях нам земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. Я потом уходил за моря, океаны, я потом уходил за моря и за суши, и в другой стране, на чужом берегу, вспоминал почему-то хребты гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в море небес, как великое чудо, словно в море волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду горы в белом снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду те афганские горы в жемчужном снегу. Эти горы в снегу, эти горы в снегу. Значит, иногда приходил приказ, иногда бездумный и совершенно, но выполнять надо. Надеюсь, вот это на 3000 километров под облака и там задавить какую-то базу или что-то. И опять топай по горам. Но туда так подножили, там на какой-то сорт вертушки доставят. Вы с 4000 не летают, и вообще стараются не летать там превышение. Поэтому эта песня спецназа, десантуры, или часть, которую получили приказ, вот и давай. Вертолет тебя туда доставит, а дальше вот топ, маршрут сейчас выложим. И следуй маршрут, в конце маршрута задавить там кого-то, чего-то караван. Песня про караван.
и пропустил. Называется «Маршрут судьбы», который никому не известный. Как в штабе не рисуй, как не выкладывай, что с тобой на войне произойдет, неизвестно, по-моему, даже ни Богу, ни Аллаху, никому. И поэтому лучше об этом не думать, ничего не бояться и идти вперед, а там как будет. Потому что испугаться в горах – это самому себя убить. Самому убить. Ну вот такая вот. Называется «Афганская пустыня». Такая вот. С виду мирная картинка, но это только подготовка. Давайте маршрут судьбы. В стойке области туман, занавешенный туман, по горам плетется караван, с тобой идти за караваном, да. А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский памир, у подножья горного памира. А на маршрутах судьбы верстовые столбы укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир, уточнят маршруты и задачи. А мы сидим, глядим на этот мир, маршрут пока не обозначен. Вот такая, братцы, пасторали, на войне бывают пасторали. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки. Арва ушел в воздухе кружок, с высоты он кажется букашкой. Арвы добычу стерегут, да им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. На маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Вот внизу раскинулись поля, стёганы лоскутным одеялом. Бедная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, просвистев натуженно винтами. И ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. В востоке области туман, горы занавешены туман, по горам плетется караван, нам с тобой идти до каравана. Я потихоньку готовлюсь вот с вашей помощью в данный момент к тому сольному концерту авторскому, который будет 15 марта, я вас всех приглашаю туда. Там я постараюсь все, что вот затворил за свои там 60 с лишним лет, не при женщине будет сказано, постараюсь сделать, чтобы это было интересно, и сейчас все раскопали, помогли мне раскопать и вернуть то, что сгорело там частично. Здесь же. Только это будет воскресенье, субботний день, да? Там это будет в 2 часа или 4 в субботу. 16. Вот я сейчас хочу вам, да, приходите, очень вас прошу, постараюсь, чтобы было интересно, значит. Не надо будет поздно расходиться, там уже там за полночь, когда метро закрывают. Там. Да, ну, пожалуйста, я всегда раз видите, вы для меня каждый раз поддержка. Вот я сейчас и хочу вам песню спеть вообще далекого прошлого. Я пишу песню 15 лет, начиная там, или это 14, ну не знаю, стихи. Я тогда мечтал быть геологом. Потом я мечтал быть еще кем-то. Космонавтом не мечтал быть. И,
Не думал, что я буду там тем, стал конструктором танков. Первое образование. Ну, влюбляться это, конечно, куда деваться. 15 лет, самый возраст такой, что делать? В одноклассниц влюблял, в соседей, в тех, кто старше, в тех, кто моложе. А поскольку влюбиться, да, то закон строгий, это же не свободная любовь, как сейчас там. Американцами туда не пахло с их вольтерьенством. Поэтому там стихи там пишешь ночами. Куда-то надо же тестостерон делать. Вот строчки. Это я натурально ручка пишу. Не от руки, так уничтожаю все это. Ну вот, ну еще увлекался, как и все. Вот мужчина, наверное, обязательно. Это обязательно ковбой, пираты, это святое дело, там все дань пиратам отдали. На пачке с папиром написано. А? Я говорю, на пачке с папиром, наверное, да, ну еще. Значит, увлекали всем этим делом, ну, конечно, а я читал много, про пират мне нравилось, свобода, дух такой. И там не поймешь, вот это плохие ребята, или хорошие замечательные, благородные, блин, все такие, капитан Блад. Там сотни потопленных кораблей, загубленный друг, но любовь двигала, и запел, и там... Ну и там все такое прочее. Ну и любимая песня была «Бригантина», конечно. Вы помните ее, знаете, конечно, но песню юности. Да. Флебустерском дальнем синем море, «Бригантина», понимаю просто. Флебустер это легенькое название, красивое. Это пират или корсар. Вот я вам несколько песен про женщин представлю. Они так иначе опять-таки связаны с женщинами. Кроме вот этой, кто сейчас поет. Пиратов называли красиво, «Джентльмены удачи». Это поэтому солдаты удачи появились, солнечные кучи там везде. А так и джентльмены удачи, джентльмены. Джентльмены звучили города. Я еще тогда не понимал там, кто такой джентльмен. Это был англичанин какой-то, хотел у тебя стросочка и думать во фраке. Оказалось, что не все джентльмены, после того, как стал изучать английский, то, значит, усиленно. Понял, что это, может, последнее слово. Джек Потрошитель тоже был тупой джентльменом, но не важно. Называют джентльмены удачи. Не предав. Меня же предупредил, что похоже на бригантину мелодии, по крайней мере. Не предав мечты о вольной воле и не разуверившись в себе. Джентльмены, кто пойдет со мной в море, кто не хочет больше ползать по земле. Джентльмены, кто пойдет со мной в море, кто не хочет больше ползать по земле. Под покровом сизого тумана мы уйдем в погоню за мечтой. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный вымпел над водой. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный вымпел над водой. Пусть удача встретится отважным, сто чертей в подмогу парусам. Джентльмены, это судно будет нашим, пушки к бою, канониры по местам. Джентльмены, это судно будет нашим, пушки к бою, канониры по местам. Оборванцы, сброд многоязычный, здесь одно лишь мужество в цене. Джентльмены, делим поровну добычу, а капитану полагается вдвойне. Джентльмены, делим поровну добычу, капитану полагается вдвойне. А потом плати за все без сдачи, что пропьем, на море, но живем. Джентльмены, это женщина удача, вместе с нами барбадосхи плещет ром. Джентльмены, это женщина удача, вместе с нами барбадосхи плещет ром. Ну а коль она окажется неверной, то ее напрасно не кляня. Джентльмены, кто пойдет на рейв первым, черт возьми, давай начни палач с меня. Джентльмены, кто пойдет на рейв первым, черт возьми, давай начни палач с меня. И не то, чтоб жизни было жалко, да мне ее отпущено вполне. Жди меня, зеленая русалка, я свои закончил счеты на земле. Жди меня, зеленая русалка, я свои закончил счеты на земле. Спасибо. Песня мне понравилась, мне самому очень нравится. Значит, вторая песня постарше. В общем, о том, что как-то не пират
пытался как-то не геройствовать, не корсарствовать в житейских морях. Не получается. Можно погибнуть, но желание цели не достигнут. Она так называется, корсар. Сейчас, конечно, женщина, вот это точно. 100 пунктов. Неизвестные незнакомки. Прекрасно. На сердце не Настя, холодный туман, тоска сторожит у двери. Живет моя радость за 3-9 стран, за 3 синих морей. И мне до нее не добраться никак, не выиграть в споре с судьбой. Я каперством занят в житейских морях, где каждому каждый чужой. На смерть мою выдан кому-то патент, и значит корсар обречен. Как гончий мчит королевский корвет моей бригантине в таком. Как гончий мчит королевский корвет моей бригантине в таком. А я изнемог от контузии ран, голоса хрип от команд. А где-то далеко за 3-9 стран ты дремлешь под пенье цыган. Ты дремлешь, не слыша, как пушки ревут судьбу мою в клочья громян. Но я, погибая, тебя позову, любимая, помню меня. Я жить по законам чужим не хотел, я сам себе выбрал игру. Походную старой песню запел и шпагу привесил к бедру. Пусть чайки кричат за кормой корабля, что ли они удачнику плен. Но реет на мачте косынка твоя пиратскому плаву. Реет на мачте косынка твоя пиратскому флагу. Один против стаи не справится волк, таков же закон у людей. Прости, я пробиться за счастье бы смог за 3-9 синих морей. Уже и палач разминает плечо и лязгает цепи оков. Я гибну, но славится имя твое отныне в памяти. Значит, это сугубо лирическая песня. Когда-то в институте мы все увлекались походами. Я был инструктор даже, дачок получил. И лазили мы по Несне после разлива по всем болотам почему-то, экстремалы такие. Вот тут все болота облазили. Ночевали эти в болотах, сутками бродили на майские праздники. Но путешествие не нравилось. И однажды мы набрели на озеро, мы только потом узнали, на карте его нет, где-то в Рязанской области, даже не в Рязанской, это где-то под Серпухом, после разлива реки Акима, там, значит, попорят болото, полегли куда-то холодно зимой, ну, в мае, в первых числах. Оно называлось Тихо, потрясающее озеро. Я сколько не искал, много лет, это же был год... По-моему, это был 69-й, да, первый-второй курс, 70-й год где-то. Я искал это озеро, я недалеко живу в деревне, там искал. Оказалось, что это дубовое. Дубовое нет, там заросло. Потрясающе. Вот такая песня. Озеро Тихое. Местные жители пали на свадьбу, которую мы как черти грязные вывезли, а там пьяная свадьба пела и гуляла. Нас разобрали девчонок, нас танцевать, а мы грязные, тины, пропавшие вообще. Но там, видно, не хватало мужчин, поэтому у нас там невеста бродила одна по лесу, песню пела в белом платье, там порочи везде. А все, такая деревенская, нормальная русская свадьба. Мы успели уйти дальше до того, как драка началась, так что там, надеюсь, что свадьба закончилась, как всегда. А мы спаслись, пошли дальше на серпу. Ну вот... Так стал вспоминать и забыл слово песни. Он потом вспоминает. Давай следующую. Следующую тоже про то же самое. С конца надо начать. Ладно. Следующую про эти походы. Так. Тогда я вам скажу глубоко философскую песню о никчемности жизни, таким, если она приходит всем. Но понимаешь, что это не так, там, а потом хорошенько, и, значит, такая песня.
Вообще про Иванушку дурачка, который скачет неизвестно куда, неизвестно зачем, не понимает, зачем он делает, от кого убегает. Ну, на самом деле все серьезно. У коня копыта сбиты, надо борт их дать коню. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Уходил я от погони, все патроны расстреляв. Подо мной менялись кони, скачки темп не удержав. Лишь скакун последний верный, на удачу молодцу. Рыжий кривый, как по нервам, ветер хлещет по лицу. За каким таким богатством поманило, понесло. За коня отдал пол царства, остальное за седло. Я в завещанных пределах жить не мог и не хотел. Видно, в этом все и дело, что достойных нету дел. Видно, вспомнилась дорога, позабытая давно, где года ложатся строго по закону домино. Но давай же, друг уж ушастый, поднажми и ободрись. Если в жизни все прекрасно, так какая же это жизнь? Если все в душе спокойно, так зачем тебе душа? Если не бывает больно ни от слов, ни от ножа. Коня копыта сбиты, надо отдых дать коню. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Так зачем я погоняю быстроногого коня? От погони убегаю, а выходит от себя. Еще одна песня совершенно не военная, называется «Славянные солдатики». Я ее написал и пел моим сыновьям, близнецы, сейчас в великом возрасте. И женатый, кстати, по 37 лет, вот, и не хотел. Зачем, говорит, папа нам хаму? Ну, значит, они засыпали. Ты эту песню не знал, он опять не засыпали. Хотя песня, как я понял, не было еще ни чеченской кампании, ни первой, ни второй. Значит, не было там Афганистана, там практически. Но вот эта любимая игра была, наверное, солдатики. У меня с детства некоторые. Вот такая, по морде подумала. Но, ладно, думайте, как хотите, песня такая. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Мчатся в мини-БТРиках за противником вдогон. И у мини-офицериков мини-ленточки погон. Вот в атаку кем-то двинуты, оборону проломив. Из коробки танки вынуты, исходу брошены в прорыв. Ну, еще одно усилие, вон даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала, и на время каша манная примирила две страны. И дождалась поле бранное первозданной тишины. Ох, вы маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что вы игры взрослые, не случалось вам играть. Там ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, да просто детская игра. Но каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Метров от того дома, который сейчас есть, там всю жизнь, 51 год, в настоящее время, так были, как бы, за исключением коммунировки, значит, земляки, да, Таганка, знаешь, Таганка, Бандитский район, там вечно все кто-то бежал, ну, там начинается что с энтузиастов, это Владимирский тракт, куда на Владимир Централ гнали, где Таганцы все время собирали, я застал, да, площадь Ильича называется, я застал уже Таган, когда было, да, вот. Но Таганка была знаменитой, как вот молдаванка в Одессе, где-нибудь там жили бандиты, слушали. Но мы как-то ладили, даже бандиты были, сволочь, конечно, но свои. Там, сейчас мерзавцы, но свои, а у нас бандиты, но свои. Значит, по этой Таганке очень приятно вспоминать, я короче, там, сейчас я ее не узнаю совершенно, я уже с деревни, вообще же не узнаю о Перманской улице, там же вообще не понятно, за рекламу.
там шайбы на святую, там Нижегородская, там все это дело. А вот я помню, как все было. Война. Я горжусь тем, что не горжусь, а рад тем, что я попал в первое поколение, когда мальчики стали рожать. Женщины стали рожать мальчиков. Вот любого врача спроси, геронтолога, вот женщины, мальчики оказываются нежнее, чем девочки. Их надо вынашивать нежнее, понимаешь? Это надо, мать должна быть накормлена, сух над головой. Значит, тогда родится мальчик. Никаких нервных стрессов. У нас провал за счет мальчика не было. 41 по 45 год, демографический план провал. У нас руководитель до хрена, воевать некому случилось вообще. Плюс, как в Израиле, командос, женщин загонят туда, они пойдут. Кстати, в Сирии женщин никого в бою нет. Вот я лично знаком был с одной, ну как лично, по делам. Съезд приехал Муаммар Каддафи со своими ливийками, это же 1.90 м. Плевать, как пуштунки в Афганистане. Ты хоть что, караван идет, а ты у них барашку хочешь купить, деньгами трясешь, они тебе плевать хотели. Да? У них ружье или ребенок, или гнев, или караван, 2000 штук у нас идет, немножко БТР, мы там дорогу перегородили, идиоты. Потом мы сказали, что делать, опять нас хотели. Ну, в общем, короче говоря, значит, старая добрая Таганка. Отец мой с матерью воевали. Одна моей бабки дочка, вторая дочка не воевала уже. Мой на Западной Украине воевал отец до 58 года. Значит, там все выкуривал из хронов кого-то, вот этих самых западенских, которые сейчас там бунтуют на площади. Получил страшное ранение, выжил чудом, там уже комиссовался. Вот, и мама уезжала к нему, заставила учиться, потому что с 8 классами, ну хоть там вся грудь в орденах, а в университет, на юридический факультет заставила его учиться. И пока она его заставляла, там, ну, я жил у бабки, дед на Таганке. Так что, дед меня лупил нещадно, бабка толстая такая, защищала, ходила с ней как вечно она. Я пугался сначала, это 15 лет. 15 лет я деду уже не дал меня лупить. Дед заплакал, убежал, спрятался в туалете и 2 часа плакал, сидел. Не мог меня уже учить, кончилась власть, я здоровее его стал. Вот. А так вот, мне нравится до сих пор, домов-то уже нет. Двухэтажные домики, они доходные дома были когда-то, бараки. Рогож-Симовский район, там, булыжники, вот, которые еще с 1905 года, там выковырили их, там трава и ходили, кто-то вез себе на дачу. Там. Солдатиков нагнали, те налили, потом чего? Солдаты говорят, булыжники, революционный булыжник, король пролетариата. Кто-то увез себе на огород из Москвы в чиновник, там же много было. Да, потом солдаты выкопали все, куда-то увезли на военных машинах. Потом пришли чуваки, положили там эти такие, которые порываются без конца, размывают из этого, квадратики из цемента. Но не важно, была Таганка вот такая. Мне непонятно вообще, вот сейчас, что происходит в мире, когда в одном городе Москве, где никто никого не знает, по улице страшно ходить, по своему району я никогда не мог ходить. У меня брат был бандитом от района, я ходил куда хочу, с девушками там, с соседями дворя. Правда, один раз у иллюзиона морду набили за то, что человек девушка пришел. Салют! Ах, да меня отец или дед сажал, и по этой брусчатке, как раз почта. Да я маленький был. А там леденцы на палочке, вау-вау, эти все, языки тебе, ну там масса развлечений. Но не важно, в общем, жаль мне, что это все потерянное. Это не говорит о величии страны, наличии компьютеров, там, полетов в космос, это говорит о том, что люди перестали, да, как-то общаться друг с другом. Бабка ходила по делам, говорит, Манька, у нас жили во дворе все татары, евреи, грузины, армяне, все дети войны. И бабка уходила, говорит, Мань, посмотри за моим, чтобы никуда не бегал там. Все, бам. А я маленький шприн бегаю. Бабка Мани, меня, своего внука, вымоет, накормит, напоит, спать и ложит. Бабка льет его. Сейчас попробуй, попроси кого-нибудь там посмотреть. Но не важно. Старый дом называется песня. Здесь стоял когда-то дом. Деревянный, двухэтажный. И народ жил в доме том. Озорной и бесшабашен. На семь бед один ответ. Сообща беду залечим. Приходящему привет. Уходящему до встречи. Телевизор КВН. Кто видел живого КВН? С линзой дали залитый глицерин, с таким окошком, черно-белый, одна программа. Телевизор КВН сыграл к себе соседей, четырех хватало стен, чтоб пустили все на свете. На дверях засовов нет, приходите скрасить вечер,
приходящему привет, уходящему до встречи. И под старую сирень, где скамеечки теснятся, трудовой закончив день, все сходили пообщаться. Как дела твои, сосед? Да пожаловаться нечем. Приходящему привет, уходящему до встречи. Участковый старшина знал про всех и про любого, и таганская шпана дяде верила на слово. А дворовый женсовет чем-то смахивал на вечер новгородская. Уходящий, приходящему привет. Заедят же там, только что-нибудь обсуждать коллектив. Уходящему до встречи. Женсовет, а как же? И дом прав. Тоже женщина. Веселились как могли, на крестинах непременных, где поваром справляли годовщину послевоенных. Вот так и жили много лет, все ко всем по-человечьи. Уходящему привет, уходящему до встречи. Мы ведь жили много лет, все ко всем по-человечьи. Приходящему привет, уходящему до встречи. Вот сидит перфект, Нина Дубровина, и может подтвердить, что там было это вообще. Сейчас там, где был жилой дом, где больше наши жили все, там Матроны Святой, все это дело в этих же теперь монастырь построили. Неизвестно, чем, кого заговаривать, что, но машины там все открутые, и бабы ездят, и там все в шиншире, чего они там все заговаривают. Вот детей что, да не даст им никто детей, столько абортов дура там, не Господь их не едет, никто не даст. И что там у Святой Матроны просили? Жили люди там, был монастырь. Да вот на Бельманской улице, да. Бельманский перекрёсток и Таганский. Новогодний вальс. Полощий тост. Ага, это Долгин. Полощий тост. Ладно, новогодний вальс. Недавно прошло. Действо такое. Я все искал, когда же будет президент выступать на фоне Кремля, на фоне, значит, башни Спасской. Как все думают, века, даже Сталин. Он станет по радио, там не было телевизора. Нет, был уже телевизор, первый наш советский. Там не было. И вдруг ждал, 12 часов, без чего-то, там, в деревне. Открывать шампанское, не открывать, когда чего смотрели, мы понимаем. Стоит совершенно без галстука, президент наш. Слева рать и справа рать. Сидит какая-то женщина, стоит, там вот она мнется, вот так вот. Видно, не отпускают в туалет, по предчувствию там. Скорее всего, так и было. Она хочет, но нельзя. Не позволяет протокол. Сзади выглядывает какая-то рожа монгольская там оттуда. За занавес тоже вот так. Я понимаю, что это охрана там мелькает. Потом показали столы, зал накрыт. Жратвой эти столы вот тянутся. И все ждут, когда женщину когда в туалет отпустят, остальные, когда к столам приглашают там. И на фоне этого поздравления с Новым годом. Говорят, из Владивостока. Ну надо же, столица нашей родины, не Владик все-таки, а Москва, да? А тут, ну, либерализм. Делай, что хочешь. Ну, я взял шампанское, открыл, выпил, плохо стало, шампанское нельзя, я делал. Потом пошел к соседу и самогон выпили. Стало еще хуже, но хоть. Ну, решал на вообще лицо. Ну, нервы хоть успокоились как-то. Вот этот вальс был написан, когда мой побратим, вертолетчик Вадим Бурага, значит, был жив, вся, и КМС-ка был жив, это эскадрилья фрезобатская вертолетная, все были живы, и вертолетчик, мы вот с моими офицерами, мы встречали там лучших друзей вертолетчиков, значит, наш, который готов был снести весь город русами, чтобы вытащить наш каскад несчастный оттуда там. Армия не хотела нас, с какого-то какой не ходили, потому что опасно, все, а вертолетчик говорит, а сейчас как, главное, лучше зачистим, и вас вывезем всех. А партийный совет потом на машине там. Ну вот, и писал я это на боевых листках, начал писать, значит, две песни,
Одна получила две пены, пророчество после. Я новогоднюю спою. Это называется песня, новогодняя песня с 82 на 83 год. 31 или 1 уже каких-то. Ну, неважно, я там на салфетке, я проснулся, так смотрю, написано, что-то. Я прямо положил, дальше пошли. Праздновать. Потом я ее дописал, война еще не кончилась. Вальс 4-го года войны. Не слышен, не весом, кружится снег над крышей, затянут в облака полночный слон. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги на дороге, да скрежет на зубах горячего песка. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули близка. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой. Гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь вальс над древними горами, не ведая границ, не ведая войны. Сейчас прошу прощения. Плывет, качаясь вальс над древними горами, не ведая войны, не слушая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожать ему нежный круг и шорох ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожать ему нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой прохрип, но нет звуков фальши, кончающийся год не зарастет бульон. Играй, пилот, играй то, что будет дальше, а мы не тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня в погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда загляну на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Слышен небесом кружится снег над крышей, затянут в облака афганский небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год.
записки. Она скинула песню, ну, 3 минуты. Там, я надо было с этой песни начинать, когда говорил про 27-й. Она песня, как бы, совсем не лирическая. Она называется «Полночный тост». За это мы выпили, 3-й тост вот выпили, поднялись, помянули всех ребят, погибших на всех войнах, тех, кто отдал свою жизнь, служа Родине, где бы это ни происходило, войну, павших, за други свои, за отечество свое. 3-й тост. Вот этот 3-й тост иногда у меня так было, что надо, а не с кем. И я первый раз в жизни пил с собой, сам с собой. Так меня дед учил, никогда не пить в одиночку. Потом учил ни с зеркалом, ни с тренером, ни с бутылкой. Никогда не похмеляться, никогда не пить сам собой. Это путь к алкоголизму, но здесь безвыходный был. Вот такая песня. Она не имеет никакого отношения к наручению моему деду. Дед умер задолго до того, как началась война. Пережив 2 войны, даже 3. Гражданскую, финскую и... С которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было. Сигареты мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согреты мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. Старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв. Стоим мы, 2 десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. День последний верили с Алешей, но день настал, я праздную. За окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографии, курю. И мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет поет над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив он, выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай не звенит. Я пью вино старого товарища, а был бы же выпил меня. Мы не прощаемся ни с кем.
Я не верю, что ты зарядку делаешь.